Что, девочки, начинаем новый влог. И я нахожусь у себя на балконе. У меня тут уже лимон растет. Видите, сколько новых листочков выпустил. Мой малыш, у меня тут все растет. Снимала сейчас для вас видео. И все, сейчас пойду умоюсь и поеду на дачу. Кладовка в процессе. Пока сохнет у меня там все. Приеду, потом уже покажу. Просто сегодня у нас тепло, жарко, хочу сходить на озеро поплавать. В общем, как-то так. Так что начинаем новый влог. Все, у меня уже несколько дней отпуска прошло. Я просто ничего такого не снимала. В общем, продолжаю смотреть влог. Девочки, у меня радость. У меня принялась и растет просто. С каждым божьим днем все больше и больше бугенвилля. Я думала, она уже все. Значит, я и удобрение, это которое вам показывала, корейское, налила сюда. Она сначала листики пожелтели, потом опали. И вот спустя неделю я ее вот так укрыла. Посмотрите, сколько много новых листиков выросло. Это просто волшебство. Вот. Все старые листики упали. А новые, вот так я ее закрыла, потому что она не любит сквозняков на балконе. Я покрасила макушку. Уже некогда было просто снимать, мне вообще сейчас нету времени. Я покрасила и брови хной, которую заказывала с Валбрис. Девочки, отличная хна. Кстати, отличается цвет. И знаете, такое ощущение, когда вот красите краской, она как бы утолщает брови краска, но все равно волоски остаются волосками. А когда вы красите вот этой хной, такое ощущение, как будто прям волоски такие толстые, знаете, прям вот инородные волосы, прям толстые. Вот, в общем, я пока между тем, как делаю кладовку и все остальное, вот решила покраситься, намазалась и все, и делала другие дела. В общем, вот какой цвет получился, волосы сейчас мокрые, это у нас индола, я держала 35 минут, девочки, видите, какой хороший результат. За 35 минут, я помните, да, здесь рассветляла, но абсолютно вот волосы все одного цвета. И здесь вот фон осветления везде одного цвета. Мне понравилась пудра, единственный такой момент, что есть различие между Estelle. Estelle, она, знаете, когда вот так даже делаешь, она как-то, то есть даже с волос слезает как-то по-другому. Эта пудра слезает, такое ощущение, как будто прям вот такая жесткая. Волосы такие становятся жесткие. Ну, хорошо. Я на челку больше держала, как бы больше состава было, и вот она прям совсем-совсем беленькая. Сейчас волосы высохнут, и буду наносить свою любимую тонировку. А все-таки никак не могу найти замену. Все-таки Кин 10.8. И нашла, кстати, я думала, что он у меня кончился. Фиолетовый корректор. Добавлю еще чуть-чуть фиолетового корректора, чтобы сначала был фиолетовый такой оттенок, а потом белый, как обычно. В общем, вот так. Классная пудра. Вот у меня хвостик, девочки. Цвет смылся в такой красивый русый цвет. Потом в постановочном видео посмотрите, какой красивый оттенок. В общем, вот так вот. Классная пудра, цвет хороший. Ну все, намазала тонировку. Вот. Мой любимый фиолетовый, такой красивый, сиреневый, жемчужный оттенок. Я обожаю, девочки, эту краску. Кто вот красится, все-таки не советую менять. Пусть она будет чуть-чуть подороже, но зато вы получите тот оттенок, действительно, который красивый. Я добавила 1,5 сантиметра фиолетового корректора, чтобы был такой более... такой, знаете, не серебристый, а именно жемчужный оттенок. Кто не умеет пользоваться корректорами, все равно, ну, если есть возможность, купите корректор фиолетовый для блондинок. Если нет у вас такой возможности, просто у вас будет не вот такой оттенок на волосах при использовании 10.8, а такой слегка розоватый. Видите, этот маленько такой розовато-фиолетовый. Но оттенок бомба. Просто сейчас посижу полчаса, не щипит голову. Я на 1.9 тоже... Кин это смешивала, не щипит голову, запаха такого едкого нет, как, знаете, у этой краски такой. Вот, и все, и будет прекрасно отрастать, летом больше краситься не буду, маски использовать буду. И, кстати, заказала
В этом логе покажу заказ Свелборис. Заказала от Ладор вот эти капсулы. Ни разу не пробовала. Надо как-то попробовать и уже скажу свое мнение. А то прям все так хвалят, как будто это прям панацея, знаете. Девчонки, сегодня я хотела вам показать свой заказ с Parfum de Paris и Свелборис. Это будут реплики. Я спокойно отношусь к репликам. Я вам сейчас просто небольшую предысторию расскажу. Есть разные реплики, хорошие, плохие, есть которые долго носятся, есть которые недолго носятся, есть которые выглядят по-другому, есть которые выглядят один в один. Но дело не в этом, главное, чтобы аромат вам нравился, понимаете? Многие мне пишут, что невозможно купить за 400 рублей аромат, а то там долгоиграющий с каким-то, знаете... послевкусие. Можно. Я считаю, что можно. У меня есть такие ароматы, которые мне очень нравятся, которые раскрываются на мне, которые очень вкусно пахнут, которые хорошо носятся и долго носятся. Я вам сейчас просто покажу несколько реплик, которые у меня есть. Но давно не заказывала с сайта Parfum de Paris. Некоторые называют Pediperis. Я заказала новые ароматы, потому что старые у меня подходят к концу, и какие-то уже давно-давно закончились, и пустые бутыльки на работе. Сразу хочу сказать, есть стеклянные бутыльки на сайте, есть вот такие пластмассовые. Если вы точно знаете, если вы уверены, если вам нравится 100% этот аромат, не берите пластмассу, потому что в пластмассе спустя какое-то время аромат изменяется. Имейте это в виду, потому что попадает воздух, даже в стеклянный флакон можно попасть воздух, может, и аромат все равно изменит свой состав и будет пахнуть по-другому. Так что имейте это в виду, если 100% вам нравится аромат, берите сразу в стекле. У меня тут уже на донышке... А с предыдущего заказа остался аромат, вот чуть-чуть. Это у меня Lady Million Luck. Я обожаю. Это один из моих любимых, я его берегу. Девочки, стойкость просто феноменальная. Кто заказывал эти ароматы, тот знает. Стойкость просто убийственная. С одежды до стирки, даже после стирки пахнут. На коже целый день держится это 100%. Если аромат вас... Если вы не знаете, как аромат будет вас душить или нет... Лучше много не брызгаться, потому что это настолько концентрированный аромат. Он имеет такую, знаете, масляную основу и очень концентрированный. Так вот, сейчас у них сменились упаковки, приходят вот таких все в коробочках. И вот такие упаковки, то есть красивые, стеклянные. Это у меня по 50 мл, и я вам сейчас покажу свой заказ. Я заказала 4, 2 на подарок и 2 себе. Конечно же, себе, любимой, Lady Million я заказала. Когда вышел Lady Million, я сразу приобрела его, потому что я была в другом городе, и это настолько был мой аромат, он настолько мне понравился, без всяких вот этих, там, лак, не лак, розовый есть, нет, обычный, настоящий Lady Million, как бы, да, вот такой, первый, это просто потрясающий. И я когда открыла вот этот, я вспомнила, знаете, и погрузилась вот в то время, когда я только приобрела тот аромат. Он настолько обволакивает, он настолько теплый, уютный, он мягкий, он сладковато такой восточный, он не удушающий абсолютно, просто 100% попадание, вот знаешь, это просто персик. Касаемо персика, следующий аромат я заказала в подарок, это у нас Bitter Peach от Tom Ford, якобы персиковый, да, аромат, но... Я читал много отзывов и пишут, что персик где-то вдалеке. Действительно, я согласна. Вот если вот так вот вы принюхиваетесь, то персика вначале нет. Есть даже непонятный такой восточный какой-то аромат. И, возможно, где-то вдалеке, очень-очень далеко присутствует персик. Но аромат такой теплый, согревающий. Человек, который его заказывал, ему действительно нравится, он им пользуется. И поэтому я надеюсь, что все будет окей. Следующий аромат, который я заказала, это у меня Габриэль. Знаете, такой... Тут и лимонад. Тут что-то такое терпкое. Тут что-то такое взрывное. Это, знаете, такой... 25, 28, 30+. Если вы как бы выбирать, то это абсолютно не мой аромат, как бы покупался в подарок. И четвертый флакончик, это у нас Good Girl. Я давно хотела попробовать этот аромат. И действительно, он настолько вкусный.
Он настолько тоже. Здесь, мне кажется, есть и ваниль, какая-то ягода, и еще что-то. В общем, вот Леди Миллион и вот этот Good Girl, девочки, где-то на одной ступени. Вы знаете, по такому вкусу сладковато, восточному, не удушающему, не терпкому, а вот именно такому приятному, пряному. Нет, корицы здесь нет, но мне показалось, пахнет корицей. В общем, просто супер ароматы, девочки. Если будете заказывать, имейте в виду, все ссылки в описании. Стойкость просто феноменальная, действительно. Я не знаю, как они это делают, но у них идет масляная основа. Так что имейте это в виду, если у вас белая блузка, если вы привыкли наносить сюда много, то может что-то где-то отпечататься. Так что имейте это в виду, как я всегда люблю говорить. Но стойкость потрясающая, я очень довольна этим заказом. Надеюсь, подарки мои тоже понравятся. И не забываем, да, что в коробочках также идет у нас декларация о соответствии. Так что вот такой заказ был у меня с Parfum de Paris. И у них регулярно появляются новинки. Предыдущие новинки я не успела протестировать, потому что у меня дофига было парфюмов других, которые нужно было закончить. Касаемо аналогов. Единственный аромат, на который я никогда в жизни не видела аналога, это мой самый, девочки, любимый аромат. Просто самый. Его, по-моему, сняли с производства. Я когда-то его вам давно показывала. Это у меня La Perla. Идет вот в таком мешочке. Это у меня La Perla Jamé, не знаю. В общем, когда-то давно у меня был пробник. Потом у меня была маленькая версия. Это потрясающий аромат. Это мой самый любимый аромат. Это настолько красивый, во-первых, флакон. Он изменил тоже свой оттенок. Он у меня стоит где-то, наверное, лет 6, если не больше. И вот осталось, и он был гораздо светлее. Он изменил свой оттенок, но при этом он не поменял свой аромат. Это мой самый-самый любимый парфюм. Это настолько цветочный, это настолько вкусный. Я когда сдавала на права, мне всегда говорил потом уже инструктор, он говорит, я когда знаю, что ты придешь в этот день, я буду... Я как бы знаю, да, что будет пахнуть у меня в машине цветами, потому что как бы в машине от разных учеников чем только не пахнет, вот. Но когда ты приходила, всегда пахло цветами, и я всегда пользовалась вот этим парфюмом. Я носила его с собой. Представляете, какой он тяжелый? Я носила его с собой в сумке на поездке. Шикарный аромат. Никаких аналогов я не могу найти, и их нет, потому что он, в принципе, никак не раскрывается. Вот он как есть, как вы его напшикали, так он и пахнет. Он не раскрывается в какие-то там пирамиды, по крайней мере, для меня. Цветочный, чисто цветочный аромат. Так он и в течение дня существует, этот чисто цветочный аромат. Но это единственный аромат, на который я не могу найти копий, реплик. Нету их, невозможно сделать. Не знаю, с чем это связано. Если бы был на этот аромат реплики, они бы были у меня, девочки. Потому что я реплики люблю, и никак их нету на этот аромат. Касаемо следующих покупок, девчонки, я... Реплики бывают разные, да? Затронем немножко эту тему. Реплики бывают вот в таких версиях. Сейчас мы возьмем реплику Gucci Flora. Это мой еще один аромат потрясающий. Кстати, на Parfum de Paris именно Flora Gardenia сейчас нет. А Gucci Flora есть, но именно Gardenia. Я сейчас беру именно Gardenia. Это мой самый тоже любимый аромат, потрясающий аромат. Так вот, есть вот такие реплики, вот в таких упаковочках, вот в таких бутыльках. Видите, у меня уже сколько нету, я потому что тоже берегу. Покупала я в каком-то отдельчике в Ашане на втором этаже, девочки, кто из Новосибирска, имейте в виду, у них там разные. Именно Gardenia. Есть вот такие реплики Gardenia. Вот так они завуалированы, то есть не написано, что это прям Gucci, Flora. Если здесь вот написано Gucci, Flora, Gardenia на упаковке, то и здесь нет. Это парфюм Svalbard. Но по упаковке понятно, что это Gucci, Flora, Gardenia. И когда мы достаем, все красиво сделано, все четко. Когда мы достаем бутылек, понятно по бутыльку, что это тоже Gucci, Flora, Gardenia. И запах немножко отличается. Знаете, он уходит в сторону
немножко в другую сторону, но запах тот же. Я вам просто сейчас показываю, какие бывают реплики, да, бывают вот в таких стопроцентных практически попаданиях, бывают, да, вот в таких, а бывают совершенно в других. И это у нас цветочно-фруктовый флорагардения, это у нас марка, которую я брала до этого, Бакара. То есть у них много, они именно специализируются на аналогах, именно специализируются, да, не на подделках, а на аналогах. Они не называют прям Гуччи. У них написано Флорагарда. Флорагарда, девочки, это аромат. Кто знает Флорагардения, не именно Флора Гуччи, а именно Флора Гуччи Гардения. У меня просто был в свое время оригинальный аромат. Девочки, это один в один. Вот эти два аромата, это одни и те же ароматы. Просто вот это, мне кажется, на разлив как-то разливают. А вот это уже запаянное на заводе. Причем ни один не изменил запах, девочки. Это просто умопомрачительный аромат. Держится 4 часа. Ну, по крайней мере, на мне, у кого кожа горит, может быть, быстрее будет сходить аромат. Потрясающий аромат. И на все оставлю ссылки. И я к чему говорю, что разные бывают реплики. Если от Parfum de Paris реплики держатся 24 часа, а то и больше, и на второй день уже начинает немножко, вам хочется уже другого парфюма, да, то вот эти держатся 4 часа, и вы можете их чаще менять. Также у них потрясающий аромат Love Cherry, написано. Lost Cherry, да, как бы от Tom Ford, Lost Cherry. У меня тоже есть от Parfum de Paris, и он тоже один в один. Один в один. Но через 4-3 часа уходит аромат, а от Parfum de Paris остается. Здесь просто один в один аромат, девочки. Кто хочет попробовать, то есть кому нужна феноменальная стойкость, тот, конечно, Parfum de Paris. Кому нужна не феноменальная стойкость, то вот такая реплика. И, конечно же, Бакара. Я не знаю, как пахнет Бакара от Parfum de Paris, но вот эта Бакара пахнет тоже один в один. Но я бы сказала, что именно вот эти ручки, от них просто все в восторге. Я мало негативных отзывов на сайте Wildberries, но такое ощущение, как будто эти ароматы настолько усовершенствованы, причем в такую облегченную версию, и причем в более выгодную версию, знаете. Они не концентрированы, это сразу чувствуется по запаху, поэтому они держатся максимум 4 часа. Но при этом они настолько нежно пахнут, и у них есть даже после не то что послевкусие, да, у них есть раскрытие у этих ароматов. Так что реплики, девочки, бывают разные. Ничего такого нет, что вы пользуетесь репликами, зато у вас их несколько, и вы можете менять. Поэтому вот, такие были у меня новинки парфюмов. И я сейчас вот за лето, это все, конечно же, на день рождения один аромат, на работу другой аромат, на дачу сейчас поеду третий аромат, потому что в автобусах летом нужен все равно какой-то аромат, желательно не удушающий, не давящий, и такой легкий, конечно же, цветочный. Так что, девчонки, обязательно пишите в комментариях, какие вы парфюмы уже тоже за последнее время купили, может быть, какие-то новинки, может быть, что-то с Wildberries. Если есть возможность, оставляйте ссылки. Я думаю, нам, девчонкам, будет тоже интересно зайти, посмотреть и прочитать. Так что продолжаем влог. Готовые закупки. У меня тут укропчик стоит. Я приготовила отнести на работу, и он у меня так на фоне будет стоять. Значит, что я купила в Пятерочке? Вот такое чудо. Это глазированный сырок с кокосом. Я обожаю его. Он очень вкусный. Просто это мой самый любимый с кокосом. Вы знаете, как я люблю кокос. Также купила, прям подсела вот на этот хлебушек с зерном и семенем подсолнечника. Очень вкусный хлебушек. Здесь прям семечки. А есть еще с тыквенными семечками. Тоже такой же хлебушек. Очень вкусный. Долго не портится. Вообще классный. Также купила вареники вот такие. С картофелем и грибами. Ристория, это я до этого не видела эту марку. Сейчас в Пятерочке много представлено. И готовые блюда, и вот такие всякие заморозки, вареники, по-моему, пельмешки.
Там и карбонара есть, и пюре, и гречка, и рис, и плов. В общем, всего-всего полно. Также я купила себе лазанью, вот такую нашла по акции, 100 рублей, мясная. Я в свое время прям обожала ее. Вот, наверное, лет 6 не пробовала лазанью. Взяла попробовать, потому что по акции была «Золотой петушок». Мне нравится лазанья. Ее нужно разогреть. Единственный такой момент, что равномерно. Если она где-то разогреется, то она будет такая полужидковатая. А вот если она хорошо разогреется в микроволновке, будет просто классная. И взяла вот такие дамплинги. Я видела у Аллы Погодаевой, она их варила. Вот, и я не ожидала увидеть их в Пятерочке. Они шли по акции, то есть в два раза дешевле, 200 рублей они стоили, 210 что ли. А так они 400 с чем-то стоят. Ну, это вообще уже завышенная цена, я считаю. Готовый продукт, супер тонкое тесто. Ну, в общем, королевские дамплинги. Я так не нашла именно с чем вот эти, если честно. Но здесь есть мини-дамплинги, вот для жарки, дамплинги с креветками и дамплинги на пару. А именно вот эти я так и не поняла с чем. Вот, но потом как-нибудь сварю и расскажу вам, вкусно или нет, покажу. У нас на клумбе около подъезда, посмотрите, какие красивые бархатцы, такие пышные. А эти какие красивые. Вообще красота. И вот этот, не знаю, что за цветок, вроде не похож. В общем, вот такая красивая клумба у нас тут. А здесь ландыши были. А здесь такие красивые, яркие, да, сочные. Красота. Наконец-то я на даче, и, девочки, мой кружовник почти готов. Я обожаю этот кружовник. Он такой сочный. Он такой волосатенький и вкусный, вкусный. И такой колючий, прям вообще, мы вот, я его подвязала. Получается вот такой куст. Очень колючий, но при этом очень вкусный, очень. Пусть зреет. Вот, смотрите, какой рюкзак. Ткань такая хорошая, непромокаемая. Вот такая марка, там много расцветок у них. Значит, здесь идет такая тесьма хабэшная. Значит, здесь замок не открытый. Сбоку здесь такие кармашки. Здесь вот такой тоже замок. Можно расстегнуть, если сюда что-то много надо. Нужно поставить. В основном сюда ставят бутылки. Значит, сзади кармашков нет. Но вот лямки вот так вот сделаны качественно. Я когда его заказывала, еще два заказывала, выбирала. Ручка тоже хабэшная, мягкие такие ручки удобные. И внутри тоже сшит очень качественно. Вот так вот все. Такая отделка хорошая. Душничку сюда положила. В общем, здесь вот такой большой карман. Внутри кармана вставлена вставка такая, чтобы сюда можно было класть телефоны, чтобы ничто не побилось. И здесь вот такое большое отделение у меня здесь. Ну, рафен, зонтик. В общем, все, что хочешь. Вот так, когда закрыть. Так. Сейчас закроем. Вот. Получается, сюда можно много покласть. Прям вот очень удобный рюкзак. Я очень довольна. Только мы с конем по лесу идем. Только мы с конем по лесу идем. Птицы поют. Красота. Смотри, как здесь заросло, да? А было здесь, помнишь это? Черемуху собирали. Ручей там. Зачем ходили? За землей, да, для огурцов ходили. И все это в большую. Да, красная, черная. Она и сейчас есть, просто она заросла. И ведрами набирали. И вот в эту горку все несли. По два ведра. По два ведра. Ну, тогда мы были молодые. Не то, что сейчас. А я ребенком. Я помню, мне маленькое ведерко давали. Да. Уже дача, 37 лет было 1 сентября. 37 лет? Да, тебе 5 лет было, как купили. Вот, мне было 5 лет. Ты выросла здесь. Она дачу. Уже готовая была или был фундамент готовая. Только? Готовая. Ничего не помнишь. Думаю, в 5 лет я не помню. Ну ты вон всем по улице. Да, всем порожки мыла, мама говорит. Вот поменьше мыла. Ага. Ну, соседа Павлика я помню. И тетю Нину помню.
были самые хорошие соседи. И по сей день остаются, только их нет в живых. Дождик прошел. Здесь всегда темнота, видишь? Тень. Здесь всегда грязь. Нам вон до той машины, и мы потом заворачиваем к озеру, посмотрим, что там происходит. Вообще людей не боятся. Плавают такие. А они батончик ждут, когда им дадут батончик. Мам, смотри, какая красота. Как красиво плывут в полосатых купальниках. К берегу. Вообще красота. Красотки вообще. Нету батончика, мы не знали, что вы будете, так бы взяли. Ну, хлебушек обычный, мягенький, беленький. Вот она нырнула, сейчас рыбку вытащит. Она вон рыбку поймала маленькую какую-то. Давай, ныряй. Вот. Так. Вон кого-то ловит она там. Смотри, как она ныряет. Ныряльщица. Ну, красотки. Девочки, идем с мамой с озера, а тут вот такая птичка, и утки выходили к ней здороваться. Скажите, что за птичка? Ну, она вот так вот, даже вот. Не знаю, молодая, мама говорит. Может, болеет. Мне кажется, она молодая. Вроде не болеет. Грудку покажи. А грудка какая леопардовая. Вот, он прям сам разворачивается. Говорит, сними меня, сними. Фотограф. Ну все, с озера пришли. Захотелось мне огурчиков, розочки мои. Опадают, розы опадают. Ой, а малинки красные. Я сегодня ела, объелась. Давайте поищем огурчики. Так. Что мы видим? Маленькие огурчики, да? Маленькие, плохо растут. Я не знаю, почему в этом году плохо растут огурчики. Холодно, наверное, им. У нас ночи холодные. Так, я пока не вижу. Я вот вижу маленькие вдалеке. Тут тоже маленькие. Девочки, увидела огурчик. Нашла огурец. Смотрите. Вот, висит. Ну-ка, иди сюда. Так, ой, иди сюда скорей. К мамке в салатик. Вот он. Красавчик. Я люблю такой сорт. Мой самый любимый сорт. С пупырышками. Так. Еще вот один огурчик. Ну, мне еще один. Хотя тут вот два. Так. И вот висит. Надо его тоже сорвать. Ладно, пусть растет. Вот, мне три огурчика хватит на салат. Сейчас сделаю салат. Вот висят большие, вот там еще большие. Завтра сорву. Все, пусть висят. Прикрыть надо на ночь, чтобы поспели лучше. Все, пойду делать салатик.
А самолет по небу летом лет, а пароход тихим ходом ход. А мы едем в соседнее село на охот. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Весна, весна, на улице опять весна, а пацанам соседским так и мне не до сна. Коты, коты орали за окном, скоты рвали на куски мне душ. Где же ты, где же ты? Она меня с ума свела. Она, покой и волю забрала. И почему так сладостно от боли позабыл я все пути, потерял пароли. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Привет, Рекс. Малыш, сейчас кушать дадим. Приехали к маминому брату. Огородик, картошка у нас здесь растет. Там немножко щавеля, укропчик. Дрова. Откуда дровишки? Из лесу везти мы. Что? Пошли. Сейчас, Серега, пойдем до колонки, а то у нас в машине вода закончилась. Окна мыть. Вот сколько бревнышек еще. Пилить надо, колоть. Вот столько бревнышек. Рекс. Рекс обиделся, я ему дала одну сардельку, ему так жарко, он там бедный прячется. Вот, малыш, пойдем сейчас на колонку сходим. Сейчас сумки разберем, чай попьем, немножко перекусим. И надо успеть на кладбище нам сходить. На родительский день не могли приехать, вот. Сейчас пойдем на кладбище, я уже взяла от комаров. Оводы меня уже закусали, пока мы из той деревни приехали. Оводы закусали, ну не знаю, я взяла такую вот из фикс прайса, вот тайга. Написано для защиты от комаров, слепней и москитов. Сейчас напшикалась, посмотрим, помогает или нет, потому что здесь даже не в лесу, просто столько оводов, тьма. А там в лесу, на кладбище, там вообще постоянно меня кусают. Посмотрим, работает эта штука или нет из фикс прайса. Так что вот так. То собака улыбака. Да? Улыбаюсь, скажи, я улыбаюсь. Ты поближе подходи, да? Я буду делать кусь-кусь. Сань, послушай. Как ты умеешь вот так? Да не умеет. Не умеет. Вставай. Вставай! Ну что ты? Все, сходили на кладбище, съездили точнее. Всех попроведывали, немножко перекусили, посидели. Сегодня просто жара неимоверная. Наверное, 35 градусов. На солнце так это точно. И сейчас уже поедем домой. Мама пошла по гостям. Сейчас вернется и уже поедем, потому что нам ехать где-то 3-3,5 часа до города. Сюда едем дольше, а туда почему-то чуть-чуть всегда быстрее. Так что вот так вот. Все, поездка подходит к концу.